Сегодня торги на московской бирже открылись с небольшим снижением курса доллара и евро против рубля. Нефть подрастает до 57 долларов за баррель Brent. Стоит отметить, что первичные новости о соглашении по Ирану уже отыграны рынком. И, в принципе, в сознании уже утвердился тот факт, что для того, чтобы Иран серьезно нарастил поставки нефти на мировой рынок, нужно достаточно большое количество инвестиций и пройдет достаточно большое количество времени. Поэтому этот фактор больше не оказывает серьезного давления на нефтяные котировки. Рубль в течение недели был достаточно стабилен и не показывал высокой волатильности. На вчерашнем заседании ЕЦБ было принято решение о сохранении всех параметров монетарной политики, и никаких очень важных заявлений сделано не было, поэтому и пара евро-доллар находится в таком достаточно равновесном состоянии. Сегодня будут опубликованы данные по инфляции в США, что может скорректировать позиции доллара на рынке Форекс. Цели по рублевым парам на сегодня – 56,57 против доллара и 61,3-62,5 против евро.